мире, Андрей Бонд, это я. Я не знаю, какой я человек в мире, но меня зовут Артем Рыбакин. А все это базара ноль. Мы здесь повторяем всякие штуки, которые вы нам присылаете на вот такой e-mail адрес, предварительно ознакомившись с правилами. Так или иначе, это шоу, вы нам присылаете видео, мы его пытаемся повторить. Если мы это делаем, то мы классные парни. Если мы это не делаем, то тогда отправляем тебе, парень или девочка, 100 американских рублей для того, чтобы... Условных единиц. Найди, подпишись, сделай, короче, все, что должен сделать. Репост. Репост me. Ну и да. И все будет хорошо. У тебя в жизни, в семье, с настроением, потенцией. Давай все-таки людей порадуем видео новым. Два парня. Не люблю, когда два парня. Всем здорово. С вами Женя, мужики. И Егор. Эй, йоу. Вот бутылка. 2 литра. О, не газированная. Короче, сейчас я выпью залп. Просто не останавливаясь, в один заход он будет пить 2 литра воды. Ну погнали. Знаешь, что самое приятное? Они время не засекают. Ура! Смотри, такой маленький пацан, у него такие рабочие эти ротовые области. Молодчина. Рабочие ротовые полости, Андрей! Просто, ну, наблюдательные. Да, мужики, короче, вот такая тема, он пьет 2 литра воды. Мы видим! Да, понял, да, заткнись. Ты, Саша, реально ты крутой пацан. Ну, давай. А, назад лезет. Самое интересное, что, по-моему, есть смертельная, как бы, доза воды. Типа, если... О, как если, у него назад это вылазит. Если, да? Если залпом, типа, выпить. Нормально, о. Бьет. Мужики, там, готовьтесь, короче, разминайтесь. Так готовимся, да, мы, чё? Ты, брат, ты в расфокусе. Я думаю, снизу стоит ведро, я тебе отвечаю. И он там сразу канарейка. Я думаю, как только стоп и... Yeah! Вот такие дела, мужики, пустая бутылка. Отойди чуть назад, дай я покажу. Мужики, пустая бутылка, 2 литра, можно сказать, зал. И просто... 2 литра. Кто пьет? Мы всегда, так или иначе, как-то пытаемся любые спорные ситуации решить мирно. Самый мужской вообще вариант, да, решения спора – это камень, ножницы, бумага. Давай. 1, 2, 3. Я проиграл. Аллилуйя! Мне не нужно будет дышить этой фигней. Ну, мы тогда за водой. Рыбакин Артем! Yes, sir! А тут и sir! Ты готов выполнить долг? Yes, sir! Динай! Yes, sir! 2 литра воды, так же как в вызове. Есть у нас специально обученные люди. Я все еще не верю. Ну ладно, давай, поперли. Слушай, я даже сегодня не скажу, что ты толстый, может быть, оттачивай свою крышку. Это можешь запустить сразу? Еще раз напомню вам, дорогие друзья, не старайтесь и не пытайтесь повторить все то, что делаем мы. Все трюки выполнены профессионалами. Мы готовимся, тренируемся. Биар Гриллс звонит нам за консультацией. Я не готовлю. Фу ты, ну ты, вот это испытание. Хорошо, что вода еще не газированная. Я на самом деле удивляюсь, как до сих пор не прислал кто-нибудь там по пол-литра или литр газировки залпом. Потому что газировку пить, это вообще мало того, что это сложно по объему, так это еще и больно. Это один из немногих выпусков, когда речь Артема Рыбакина не прописана была. Сценарий был не готов, к большому сожалению. Поэтому он сегодня молчит. I believe you can dream. I believe you can touch the S. Брат, полстакана. Ты, главное, выпей и потерпи 5 секунд, пока мы допишем финалку, и тогда мы уже что-то хочешь делать. Самое интересное, каждое видео вызова, которое нам присылают, нет потом видеохи, что было после того, что вы делали. Обалдеть. Скажи хоть любое слово вообще. Базара ноль, договаривай. Тяжело. Ты сейчас не вывернешься? На самом деле, ой, фу. 2 литра воды, базара ноль, скворечник. Присылайте видео, смотрите нас, следите за нами, подписывайтесь, активничайте. И я говорить будет... не могу вообще. С частью у вас будет.